Заместитель команды ШВС РСКНПО, начальник авиации, полковник Шмелев. Командир 116-й гвардейской штурмовой зоны базы, гвардии полковник Рачков. А имя? Андрей Сергеевич. Ну как оцениваете вот то, что случилось? Я считаю, что посадка на АУД в ночных условиях показывает, что эта задача непростая, но при нормальной натренированности, при регулярных выполнении полетов, она выполнима, что обеспечит, как вы сами понимаете, прекрасные условия для базирования авиации практически при наших дорогах в любой точке Беларуси. Причем как дневное теперь мы видим, так и в ночное время. Ну, все прошло гладко, ровно сейчас или все-таки? Все прошло хорошо. Все как разрабатывалось. Вам понравилось? Очень. Да. Ну, земли. В рамках учения уже выполнено и будут еще выполняться нанесение бомбо-штурмовых ударов, выполнение пусков ракет, управляемых и неуправляемых, выполнение задач обеспечения. На конкретно аэродромном участке дороги мы проводим традиционно, ежегодно посадки самолетов, их обслуживание, подготовка к последующим действиям. И особенностью сегодня является то, что мы приняты в прошлом году на вооружение самолеты Як-130, посадили 2 единицы на аэродромный участок дороги, провели обслуживание, снаряжение боеприпасами, и они после обслуживания взлетели и полетели выполнять задачи на Неманский полигон.